Привет, друзья! Вы, как всегда, на канале «Давай наливай». Идя отдыхать в парк, не удержался, зашел в магазин «Ашан» и решил выбрать маленькую бутылочку. Ну, ни одна бутылка мне не радовала глаз. И вот я увидел вот такой напиток алкогольный, «Шустов», «Шоколадье», шоколад с кофе. Ну, здесь написано «кофе». Значит, состав я уже почитал. Значит, коньячный спирт не менее 3 лет, и экстракт какао, и экстракт кофе. Напиток 30 градусов, стоит приблизительно 54 гривны, плюс-минус одну, я уже не помню. Не будем затягивать время нашего оператора. Срываем сразу марку. Открываем, здесь тоже винтовая пробка. О, ребята, отдает кофе, как будто только зерна кто-то помолол. Что я могу сказать об этом напитке? Для женщин он сильно крепкий, для мужчин слишком слабый. 30 градусов, как говорится, и ни туда, ни сюда. Ну что купили, то купили. Давайте пробовать, можно ли это вообще пить. Сейчас мы узнаем, рюмочка у нас походная. Для пикников наливаем. Ну, цвет такой приличный, коньячный. Сейчас закручу, так как сидим мы на склоне, возможно, пролил бутылочки. Еще раз на запах пробуем. Чисто кофе. Шоколада я не слышу, да и написано, что это кофе. Очень сильный запах кофе. Запах приятный, впечатляет. А самое главное, тогда что это и как его пить, какой он на вкус. Очень сильно большой привкус кофе. Это скорее похож более на ликер, но 30 градусов все-таки чувствуется. Тепло плавно пошло по телу. Он не такой приторный. Пить его можно. Оценка удовлетворительная. Все-таки это не коньяк. Ну, для таких случаев, чтобы не напиться, я думаю, смело можно покупать, смаковать, наслаждаться. На этом все. Друзья, не забывайте, алкоголь вредит вашему здоровью. Не напивайтесь, пейте в меру. А на этом будем заканчивать. У нас есть пицца. Вот такой апельсинчиком закусим, перебьем кофейный запах. Прощаюсь с вами. Смотрите нас. До новых встреч.